Мы одной крови. В Новой Третьяковской галерее открылся 17-й международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». На выставке представлено более 400 работ со всего мира, снимков флоры и фауны в самых разных проявлениях. А также есть мультимедийный зал с живыми полотнами, где показана природа в движении. На церемонии открытия фестиваля объявили победителей и финалистов конкурса «Золотая черепаха». В трех категориях «Фотография», «Живопись», «Экоплакаты» выбрали более 70 фотографов из 16 стран мира. А фотографом года стал Дмитрий Кох. Я участвую в этом конкурсе уже много лет и, наконец-то, пришел к этому очень важному званию. Это большая честь для меня. Также в рамках фестиваля пройдут тематические дни. Например, 4 ноября расскажут об эко-волонтерстве в России, памятных местах воинской славы Калужской земли, проведут заповедные игры и множество мастер-классов. Подробности ищи по ссылке в описании. Побывать на международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха» можно до 10 декабря. Как говорится, природа хороша при любой погоде.